ночь в ментуре тебе обеспечена. Если на штрафы денег нет, я дам тебе один совет. Жить спокойно, если хочешь ты, быстрей запишись в менты. Если мент, мент, мент спросит документ, это значит у него сегодня денег нет. Не напрашивайся на комплимент, убегай скорей, не теряй момент. Снимаю. Я решил чуть-чуть потом, ну, это, почесать, потом потратить. Он еще и пощелкал. Че он нюхает? Че он это нюхает? Он что, гомик какой-то? Он похож на гомик. Он потом с гадатуном, да. Люди, похоже, у меня будет 1 000 000 просмотров. Я... Ютуб. О, там был лайв. Лайв. Бог хочет целоваться. И опять. Ну чё, Юзи, ты делаешь? Ну как так можно? Чё, как там делал? Видел там, как он делал? Смотри, на как на... это рэпчик они крутят. Там, слушай, там надо было посадить. Окей. Он там локтями. А он клюет экран. Че он там чешет? Юзи, хватит чесать. А он там... Это как будто, ну... Там, наверное, в 5-й точке. Сколько я уже снимаю. Это... Слушай, меня ж бить забанит за порнографию. А вы пока смотрите, я пока сниму. Посмотрю вот так все. Это Марк, я тебе, если что, там видео скину. Все, ладно, заканчиваю. Если видишь, ты стоит рядом мент, ну а ты забыл дома документ, убегай скорей, не теряй момент, для него ты самый лучший клиент. Если мент, мент, мент спросит документ, это значит у него сегодня денег нет. Не напрашивайся на комплимент, убегай скорей, не теряй момент. Забывший паспорт и подав чудок, наряд ментов всегда поможет тебе остаться без денег и без парток. Если подпольно торгуешь ты или машину поставил не там, очень добрые дядьки менты дубиналам дадут по рогам. Если мент, мент, мент спросит, обломаем тебе рога, это значит у него
стоит рядом мент. Ну а ты забыла дома документ. Убегай скорей, не теряй момент. Для него ты самый лучший клиент. Если мент, мент, мент спросит документ, это значит у него сегодня денег нет. Не напрашивайся на комплимент. Убегай скорей, не теряй момент. Забывший паспорт и подав чудок, наряд ментов всегда поможет тебе остаться без денег и без порток. Если подпольно торгуешь ты или машину поставил не там, очень добрый